Мужчина – такая штука, которая легко поддается усовершенствованию. Ну, правда, только в руках любимой женщины. Вы смотрите женский журнал XXL Woman TV. Сегодня с вами Алена Ланская и Глеб Давыдов. Мы начинаем. И сегодня в программе вы увидите. Четвертый выпуск проекта «Мы худеем». Минус пять. В «Митинг Стар» интервью с Эдгаром Запашным. Вы сейчас увидите убийство в прямом эфире. Роботы будущего. Рот подвижен, как мы видим, глаза и также брови. Семейные тайны белорусских звезд. Эмилия учится в первом классе, и все очень легко дается. Официальный партнер программы «Белакт». Дорогие друзья, гость нашей сегодняшней программы – продюсер Андрей Гюзель. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Рада тебя видеть. Андрей Гюзель – руководитель продюсерского центра. Известен своими работами с Ларисой Грибалевой, Сашей Немо, эпатажному проекту «Мисс Невеста». В 2014-м стал белорусским менеджером триумфатора Евровидения Александра Рыбака. С ним на последнем отборе конкурса представил новый коллектив группу «Милки». Начнем наш разговор с простого и очень важного вопроса. Продюсерский центр, который берет под патронаж достаточно, в данном случае, известных артистов. Это сейчас Саша Немо, Лариса Грибалева, уже появился даже Александр Рыбак. Расскажи мне, как вообще артисты появляются в вашем продюсерском центре? Ты выбирала артистов специально? Или они сами пришли? Те артисты, с которыми мы работаем, конечно же, мы делали предложение. Им работать вместе. Потому что очень много, скажу по секрету, приходят артистов, разговаривают о том, чтобы мы начали работать вместе, но мы не с каждым работаем, мы очень выборочно. Есть какие-то критерии выбора? Талант, профессионализм и очень хороший человек должен быть. Для меня очень важно личное качество каждого артиста, потому что какой он бы ни был там талантливый, но если он плохой человек, я не смогу с ним работать. Шокирующие новости из мира шоу-бизнеса далее в нашем материале. Шесть героев и всего два месяца, чтобы похудеть на глазах у всей страны. Вторая неделя похудения, и многое пришлось пройти. Есть первые результаты. Минус пять. 4500. А вот кто-то сочкует. Минус один всего лишь. Партнеры проекта – бренд «Будь здоров», медицинский центр «Кровира» и фитнес-клуб «Джинджер». Может, подумал, что я дура полная, но я боюсь не проснуться. На прошлой неделе Ольге была сделана операция по удалению жира. Но все страхи быстро развеялись, как только она пришла в себя. Я проснулась, выспавшись, отдохнувшей. Меня не тошнило, не мутило, у меня ничего не болело. Доктор, вы знаете, что я видела вообще? Количество жира, которое из меня изъяли. Это когда закончилась операция, меня попросили оглянуться. Если честно, меня не испугало, это просто картина маслом. Это приятно, что это сейчас в баночках. То, что нужно было сделать, то и сделали. Убрали подкожную жировую клетчатку столько, сколько необходимо. И убрали избыток кожи, который образовывался. Естественно, у вас он был и до операции, но и образовывался после удаления подкожной жировой клетчатки. Вот этот фартучек небольшой убрали. В честь операции мы организовали Ольге сюрприз. Нашли ее друга детства, с которым они потерялись после отъезда с родителями за границу. О, ну. Откуда ты взялся? И вот встреча через 10 лет. Застать меня врасплох, в таком виде, все взъерошенной, мало соображающей, какой-то такой перекошенной. Нет, ну было приятно, конечно же. Ну. Я тебя искала, сколько ты, откуда взялся? Ну, с луны свалился, прекрасно. Слушай, ну ты в своем репертуаре, как я рада тебя видеть. Послушай, я тебя обняла, но не могу, боюсь двинуться. Ольга смущена. Уже взрослый и очень респектабельный старый друг выглядит на все 100. А она только после операции. Но это не может омрачить неожиданную встречу. Даже нет слов. Я вообще, опускалась, через две недели, все, 100%, я становлюсь на ноги, мы с тобой идем, разговариваем, рассказываешь мне все. Да, хорошо, потому что есть много что рассказать. У Тани, солистки трио «Инжир», успехи налицо, минус 3 килограмма, но вокруг столько соблазнов. Стараюсь следить за питанием, и вроде бы у меня все получается, но вот меня все равно манят вот эти вот запахи вредной пищи. Татьяна, сейчас мы с тобой проведем эксперимент. Тане завязывают глаза и предлагают узнать по запаху несколько продуктов. Ну, это, наверное, что-то цитрусовое. Это что за запах? Ну, это, наверное, птица.
А вот это, пожалуйста, определи. Ой, а это вот что-то вкусненькое. Я его, наверное, даже сейчас хочу съесть. Татьяна, а теперь можно снять повязку и посмотреть, какой продукт тебе больше всего понравился. Ужас какой. Вот эта вот картинка передо мной до сих пор стоит, эта картошка на пенопласте, это ужасно. Я не понимаю, как я это захотела вообще. В продукты добавляется специальное вещество, которое усиливает вкус и запах. И поэтому люди, не зная, ведутся на эту пустышку и потребляют вредную пищу. Исследования показывают, в организме белорусов не хватает витаминов, пищевых волокон, минеральных веществ. Решить указанные проблемы возможно путем включения в рацион полезных витаминов. Значимость этой продукции «Будь здоров» заключается в том, что в мякоти содержится много полезных веществ. Например, растительная клетчатка благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. У Ульяны уже тоже можно говорить о прекрасных результатах. Минус 5 килограмм. Причем похудение ее совсем не изнуряет, а даже приносит удовольствие. Я попала на групповые занятия, и мне действительно нравится, потому что непередаваемые эмоции от того, что много человек, они занимаются тем же, чем и ты, и им тоже так же весело, как и тебе. Групповые тренировки на сегодняшний день бывают разные. Практически любая цель клиента может быть удовлетворена. То есть, например, если клиент хочет похудеть, ему подойдут аэробные занятия, на них он может сжигать жиры, а также тренировки силовые, которые позволят добиться рельефности тела. Лишний вес пришел к Ульяне 10 лет назад. Девочка дважды сломала позвоночник, занимаясь танцами. На долгое время у них пришлось забыть, но страсть к этому направлению осталась. Мне хочется вернуться на свои танцы, мне хочется снова танцевать. И мы решили дать ей такую возможность. Сегодня она встретится с танцевальным проектом Radical Fashion. Яночка, мы слышали твою историю, и нам бы всем очень хотелось бы с тобой позаниматься. Очень здорово, я действительно хотела вернуться. Ты не бойся, вот. Большая молодец, так что все получится, это очень легко. Раз, два, шатанда! У Ульяны все получается. В глазах загорается огонек. Заряд энергии, заряд просто неимоверного позитива. Мне хочется снова танцевать. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, пять. Самых прекрасных результатов достиг Константин. Сбросила почти 8 килограмм, ем только то, что мне прописали, без всяких отклонений, без всяких соблазнов. Сброшенные килограммы придали легкости. Те же самые ботинки начинаю одевать, когда наклоняюсь, уже легко. И в качестве приятного бонуса мы решили устроить ему расслабляющие водные процедуры. Под воздействием высокой температуры и влажности у организма начинается повышенное потоотделение. Вместе с этим потоотделением выходят все шлаки и токсины. Ну а сейчас будет маленькая бомбочка, маленький взрыв. Аля, улю, давай. Бани хорошо посещать и после тренировок для восстановления. Лучше всего ходить это в русскую баню и в финскую сауну. Там высокие температуры. В русской бане температура достигает 110 градусов, в финской до 85. Важно не переборщить, чтобы не перенагрузить сердце. Банный комплекс вообще супер, конечно. Такая возможность классная, отдохнуть после тренировки. Просто все тело отдыхает, здорово. Вообще я полностью расслабился. Вот такая была рыбка. В сложной ситуации оказалась молодая мамочка Аня. Аня занимается очень усердно. У нее самые интенсивные тренировки. Чуть-чуть осталось, не сдаемся, самое главное, не сдаемся. А в свободные от них дни девушка обязательно бегает. В чем же причина? Это, например, задержка лишней воды в твоем организме, определенные фазы менструального цикла. Но самое главное, я тебе хочу сказать, что жир, когда человек начинает худеть, он у него уходит. И при этом, когда ты начинаешь тренироваться, у тебя появляются мышцы. А мышцы, они тяжелее, чем жир. И ты должна в этом убедиться сама. При диетах мы теряем мышцы и воду. Если тренироваться, жир заменяется мышцами, а они почти дважды тяжелее. Нельзя слепо доверять весам. Результаты стоит определять по объемам, а еще проще по одежде. Не должна отчаиваться и верить в себя. Все соблюдать все наши рекомендации, которые мы тебе советовали. И я уверена, что
твой организм ответит тебе взаимностью. Чтобы ускорить эффект, Аня посетила процедуру криолиполиза в медицинском центре Кравира. Криолиполиз живота создает эффект лифтинга. Кожа подтягивается, исчезают лишние жировые отложения. Уже после первой процедуры могут уйти до 5 сантиметров в талии, а после курса треть жировой ткани. Криолиполиз помогает избавиться от растяжек и рубцов. Формы моего тела более стали сглаженными. Там, где раньше выступала, как-то приобрело более красивое очертание. Аня продолжила тренироваться и правильно питаться. Результат не заставил себя ждать. -4500! Но пока все участники изматывают себя диетами и тренировками, один из наших героев сачкует. Успехами пока не могу похвастаться. Что-то не сбрасывается, пока ушел только 1 килограмм, иногда давал слабинку. Но теперь уже так не прокатит, потому что тренера взялись за меня, уже ходят ко мне как к себе домой каждый день. Первая ошибка Павла – большие порции. Ну как, Паш? Отлично, салатик готовлю. Паш, ты делаешь ту же ошибку, послушай меня, пожалуйста, которую делают очень многие люди. Посмотри на эту порцию, давай вот взвесим. Давай. Твой салат почти 1 килограмм. Это очень много, как ты думаешь? Многие ошибочно считают, что полезные продукты можно есть в огромных объемах. Желудок может растягиваться и сокращаться. Вот, поэтому заметила, что когда меньше ешь, меньше то и меньше хочется. Да. Совершенно верно, потому что стенки желудка сокращаются. А после они приступают к занятиям на свежем воздухе. Погода, не очень, погода конечно, подвела, турники мокрые, поэтому полноценного воркаута, то есть тренировки на улице у нас не получится, но ты не надейся, пощады не будет. Воркаут? Воркаут – это спорт на свежем воздухе, прямо у себя во дворе. Воркаут – это физическая сила, ловкость, выносливость в одном флаконе. Но самое главное – это доступность. Давай, давай, держу тебе ноги, помогаю мысленно, давай, молодец. Наши герои очень стараются, и они настроены на успех. Дальше будет интереснее. Смотрите нас каждое воскресенье на канале «Беларусь-1». Поговорим о самом главном твоем артисте, подопечном. Все-таки Александр Рыбак. Выделяем главного артиста, ну, конечно, да? Потому что все-таки как-то вот мы замечаем, что он все-таки на первом плане. Вот. А как ты с ним познакомился и как получилось так, что вы стали сотрудничать? В декабре 2013 года. А я знаю, у него был до этого другой продюсер. Там какая ситуация? Когда после Евровидения у Саши закончился контракт с мировым брендом, он начал идти в каждую страну индивидуально. То есть у него появляется сейчас сегодня в каждой стране свой директор, свой менеджер, свой продюсер. У него есть менеджер, которым вы знаете, наверное, да, это в Украине, да, есть там менеджер в Америке, есть менеджер там в Европе, в разных странах у него есть отдельный менеджер, отдельный человек, который понимает ситуацию на рынке. С кого же стоит брать пример, мы поведаем далее. Настоящий мужчина способен укротить любого и каждого. Представитель всемирно известной цирковой династии Эдгард Запашный сегодня поделится последними новостями своей жизни. Я Даша Бруй, и мы начинаем. В «Митинг Стар» продолжаются самые горячие интервью с зарубежными и российскими артистами. Сегодня под нашим прицелом заслуженный артист России Эдгар Запашный. Первое место встречи – салон красоты класса «Люкс» и «Тейра Сенсейшн». Раз, два, три, хлопок, я все знаю. Дочку, Даша, попробуй, пожалуйста, ноги поменять немножко. Когда меня спрашивают, как вы дрессируете, примерно так же. На выход, Джон, иди. В очередной раз едем в Белоруссию держать экзамен перед публикой, потому что те люди, которые, побывав на концерте Робби Вильямса и увидев качественный свет, качественный звук, уже для себя определенную планку держат. Как один из лучших, успешных, дорогих проектов, вот мы как раз и сразу цепляемся за эту планку, что именно от этой планки мы должны отталкиваться. Так вот, шоу «Кукла» сегодня полностью готово выходить на мировой рынок для того, чтобы быть конкурентоспособным с любым таким шоу. Программа «Кукла» поразит зрителя большим количеством спецэффектов. В ней будут участвовать каскадеры на мотоциклах. По площадке проедут автомобили и даже танки. В программе задействовано более 200 артистов, 60 зверей. Почему вот именно с Беларусью решил как-то связать свое шоу? Ну, наверное, так хорошо совпало, что год молодежи. И мы себя всегда позиционировали и строго придерживаемся
правило, что мы работаем в основном с молодежью, я имею в виду с молодыми артистами. Когда на манеж, на сцену выходят красивые люди, это всегда приятно. И когда эти красивые люди еще делают сумасшедшие трюки, которые показывают то, на что человек с обыкновенной нормальной психикой решиться не сможет, это уже дорого стоит. Далее герои заговорили о регулярной смене имиджа артиста. Я заметила, что ты часто любишь изменять свой образ. Нет, ошиблась. 15 лет проходил с длинными волосами, с косичкой. И до сих пор, моясь, я беру вот столько шампуня, прям много, и раз, а потом вот так пытаюсь схватить косичку. После чего мы решили предложить артисту поэкспериментировать с образом. Мне помоют голову. И уложат. Поехали. Мы решили сделать для тебя сюрпризом, покрасить тебя в красный цвет. Вы сейчас увидите убийство в прямом эфире. Если она меня покрасит в красный цвет. На самом деле мы Эдгарду делаем замечательную совершенно процедуру. Она называется Organic Gloss. Это идет уход за волосом с эффектом ламинирования для блеска. Я бы очень рекомендовала, как специалист, не бояться мужчинам вот этих вот процедур. Я долго присматривался к Татьяне, вот есть мастера, есть художники. Она не просто мастер, она мастер-художник. Вот я смотрю, как вы делаете из человека, и как вы от этого искренне получаете удовольствие, чувствуете ответственность за это. Вы меня раскусили. Спасибо. Уже вечером Эдгар Запашный с Дарьей отправились в ресторан Wood and Fire. Не женат. Следующий вопрос. Скажи, почему ты в приоритет ставишь тигров? Я очень рано понял, что, например, тигры и львы, и вообще, ну, такие опасные хищные животные, это мое. Я могу позволить себе рисковать, мне интересно это. Я бы очень хотел поработать, например, с белыми медведями. Ну, выглядит, хочется попробовать. Вкусно. Вкусно? Обращаешь ли ты внимание на свой рацион? Соблюдаешь ли какое-то здоровое питание? Ну, я всеядный, это раз. Второе, все говорят, там, что фастфуд – это очень плохо. Но фастфуд плохо, наверное, для тех людей, которые уже заплыли. Всю свою сознательную жизнь питался дома. Мама, бабушка, тетя меня приучили, потому что когда-то денег не было в семье так, чтобы ходить в ресторан и постоянно питаться. Во-вторых, это действительно всегда вкусно, когда умеют готовить домашние. Заводя отношения с девушкой, в приоритете я ставлю, чтобы девушка либо готовила, либо научилась готовить, потому что мне не хочется идти домой. А дом – это что? Это тепло, это уют и это домашняя кухня. Дамы и господа, меня зовут Эдгар Запашный, меня все еще зовут Эдгар Запашный, у меня есть возможность позвать вас на наше шоу. Но больше всего я хотел бы сказать, что я и мой брат являемся гарантом того, что это не пустые слова, вам правда понравится. В ресторане «Галерея» каждую пятницу и субботу вас ожидают вечеринки в формате пре-пати. Для вас самые актуальные диджеи и лучшие музыканты нашей страны. Ну а теперь, конечно же, Евровидение. Не могли мы тебя не спросить об этом. В этом году вы вместе с Александром Рыбаком занимались подготовкой группы «Милки» этого проекта, совершенно нового конкурса Евровидения. Девочки не прошли в финал. Твое мнение, в общем-то, почему и в чем были ошибки, и как ты к этому относишься? Девочки прошли в финал. Ну, в том смысле, отбора, что, да, просто они не поехали на Евровидение. Я к этому отношусь спокойно. Это опыт, это очень интересный опыт как для девочек. А вот, по моему мнению, заслуженно или незаслуженно они не прошли? Решение принято.
Мне просто интересно, вы приняли и согласны с этим. Нельзя сегодня обсуждать те или иные решения, да? Ну все, мы согласны, мы поддерживаем участников в этом году на Евровидении морально, если нужно будет, да? Вот. Все хорошо. Дорогие друзья, если вы следите за актуальными новостями из мира шоу-бизнеса, то следующий материал специально для вас. Все еще не верите в то, что роботы изменят наше будущее? Значит, вы не были на выставке шоу «Бал роботов». На нашей выставке порядка 15-18 роботов со всех стран мира. Это США, это Корея, это Япония. Также есть роботы из России. Главной звездой стал робот по имени Теспиан из Британии. Он полностью интерактивен и очень внимателен. Этот стих очень романтичный и грустный, и он мне очень нравится. Я вам пишу, чего же более. Таким образом, Теспиан отбирает работу у робота из Зеленограда. Посмотрите, да ведь это сам Александр Пушкин. Нетерпеливой душой отчизну в землю призываю. Рот подвижен, как мы видим, глаза и также брови. Ну, то есть это придает его стихотворениям, поэмам наибольшую выразительность. Робот Пааро выглядит как игрушечный тюлень. Он реагирует на прикосновение, получает удовольствие от поглаживаний. Его разработали для больных, которым необходима терапия с животными. Есть роботы, которые могут пообщаться с вами, то есть роботы телеприсутствия. Рассказать вам о погоде, о новостях в интернете, не знаю, пошутить как-то, остроумно ответить. Робот Силбот только выглядит незамысловато. Он несет одну из самых ценных задач. Силбот проектировался для обучения детей с ограниченными возможностями. Очень впечатлена. Мне кажется, это уникальный, удивительный проект. На мой взгляд, я сначала думала, что он только для детей, но он собирает и детей, увлекает и детей, и взрослых. Глядя на происходящее вокруг, не остается сомнений, уже завтра эти супертехнологические создания сделают нашу жизнь лучше. В Дозари весна-бесна. Самые свежие тематические вечеринки. Flower Power, Mad Suckers. А также шоу боди-арта. А для тех, кто хочет вспомнить детство, вечеринка с участием детских игрушек Dance Baby. Еще недавно ты был женат на продюсере одного из белорусских телеканалов Анастасии Ганеевой. И в социальных сетях вдруг появилась фраза от тебя, что вы разводитесь. Статус свободен. С чем это связано? Разошлись пути дорожки? Не сошлись характерами? Что да, вы все правильно понимаете. Разошлись пути дорожки. У каждого своя жизнь. А проекты вместе? Раньше вы вместе работали, были общие проекты? У нас не было общих проектов. Не было общих проектов? Каждый шел своей дорогой. Все сюжеты нашей программы посмотреть, также скачать можно на сайте Lady Tutbuy. Что также заслуживает вашего внимания, далее в нашем эфире. Наряд от кутюр, стильная укладка и всегда в центре внимания. Уже при первом взгляде понятно, что перед нами не просто школьница, а настоящая звезда. Шестилетняя дочь Эмилия, популярных артистов Леси Кодуш и Славы Нагорного. Мам! Привет! Привет, солнышко! Валентинки уже от поклонников получаешь, да? Звездный статус девочки не дает ей никаких привилегий, а наоборот возлагает ответственность. Успехи делает Паше в языке. Я всегда говорю, Эмилия, говорю, когда ты хоть какую-то двойку принесешь? Пока нету поводов для двоек. Шестилетняя Эмилия занимается фигурным катанием, музыкой и изучает английский язык. Родители не дают девочке скучать. Сама же девочка в школе всегда в центре внимания. При этом вкус мамы здесь всегда проявляется даже при выборе модных школьных принадлежностей. Пенал мне привезли из Италии. Я знаю этого снеговика. Олаф. Этого снеговика в рекламе морковка отвалилась. Также, несмотря на свой юный возраст, уже активно Эмилия обсуждает с подружками и парней. Кто тебе Валентинку подарит? Олесь и Илья. Кто это такие? Школы мальчики. А тебе нравится? Не очень. Дома же мама Эмилии, Леся, идеальная жена. Она великолепно выглядит и отлично готовит. Хотя частые переезды и быстрый ритм жизни заставляют искать варианты на скорую руку.
В нашей семье растет ребенок, мы являемся приверженцами здорового питания, так как нужно подавать все-таки пример. Ну и, безусловно, наше меню не обходится без каш. Причем у каждого есть свои любимые каши. У Эмилии гречневая, а у меня почему-то осталась с детства любимая манная каша. А папе, так сказать, не приходится выбирать. Главное, чтобы было полезно, вкусно, и мама приготовила. В ожидании следите за дневниками звездных мамочек. Самые интересные выпуски впереди. Официальный партнер программы – Белакт. Возможно, я не всегда бываю прав, но я никогда не ошибаюсь. Это девиз настоящих продюсеров. Андрей, спасибо за то, что сегодня нашли время прийти к нам в гости. Спасибо вам, что пригласили. Вы смотрели женский журнал XXL Woman TV. Увидимся на следующей неделе. До встречи. 29-30 апреля спектакль «Сирано де Бержерак». Театр на Малой Бронной в КЗ «Минск». Григорий Антипенко и Ольга Ломоносова. Авангардно, иронично, современно, искренне. Не пропустите.